Заведено. Первую. Поворотник направо. Здорово, народ! Мы катим экзаменационный маршрут. Смотрите внимательно. Поворачивай, поворачивай тихонько. Выпрямляйся. Хорош. Молодец. Можешь вторую поставить? Хорошо. Поворотник. Все, не спеши, только здесь двусторонняя дорога. Надо убедиться, да? Сцепление выжми, иначе будет жоргаться. Закручивай. Давай, давай, давай. Молодец. Выпрямляйся. Опа! Опа! Братан, ты попал в видео. Едем. Вот откуда машина сейчас выехала. Ну, не выехала, получается. Как мы поворачивали? Налево. Да, поедем налево. Откуда он вылетел? Не вылетел, но он быстренько спрятался. Да. Давай. Перестраиваемся. Надеюсь, он был один. Вот вообще ни о чем, да? Девочка. Поехали. До середины минимум, да? Помнишь? Да. Айда, закручивай. Выпрямляйся. Едем. Пока едем прямо. Прямо еще. Поворотник. Зеркало. Выключай. На правую полосу. Вот эту машину надо в зеркале увидеть. Все, молодец, выключай. Едем прямо. Знак «Уступи дорогу» висит в кустах. Видишь, да? Да. Да. Вот этот вопрос. Куда послать? Не знаю. Народный контроль. Все аккуратно, спокойно. Светофор, помнишь, перекресток длинный. Едем. Ну, если мы до 40 разгонимся, я думаю, что мы успеем. Нажми. Айда уже. 8. Вот в 7 секунд заехали. 4 переехали. Да? Едем. Ой, мальчики, дяденька. Что ж она переходит нам, не нравится? Не знаю. Едем. Пешеходки нету. Поворотник. Уходим. Угу. Еще чуть левее. Ага, правым. Главнее, да. Может, поворотим? На перекрестке поедем направо. Потом сразу на следующем налево. Сразу левый. Не спеши только, не спеши. Там вон машин сколько едет, все равно останавливаться. Закручивай. Выпрямляйся и останавливайся. Вперед посмотри, ребенок будет переходить. Пошли. Если эти пешеходы пешком переходят дорогу, они на велосипедах всяких. На светофоре пойдем направо. Сейчас еще покажу разновидность одну. Дороги. Все, не спеши.
рекомендован. Да. Ближе, чем ты не видишь, где его колеса касаются земли, уже когда слишком близко получается. Ты потом просто объехать его не сможешь. У меня где-то на видосе это есть, что я стою, и если бы я не взял такую дистанцию, мне бы машину бы объезжать назад пришлось бы тянуть. Секунды на две хотя бы, чтобы он тик-тик успел сделать. А то он даже загореться не успевает. Не спеши, что там происходит. Вот здесь остановись. Его, скорее всего, придется объезжать. Что он делает? Вот. Кто? Кто так научил парковаться? Тут же трамвай залезет. Вторую. Я же молчу. Проезжали один раз. Едем прямо. Ну и ты что, птичка, блин? Ты не говорю, можешь повыше летать? Они не летают выше. Сейчас окажется в видосе. Ваша Женя? Да, поехали. Вторую. Едем. А у нас разве не все колени? Она не в рабочее время, работает еще на частные вождения. Цепу. Газу, газу, газу. О! Все, на второй. Машина трогается на второй скорости. Помни, если колеса крутятся у машины, на второй она поедет, если правильно работает. Педали без сцепления и педали газа. Да. Эх, не успеем мы, блин, до кольца это доехать. А может, успеем, в принципе. Едь. Да и кольцо С5, если разворот будет у тебя на экзамене, чтобы ты хотя бы попробовала. Успеем, а что не успеем? Первое кольцо, второе кольцо. Ну, следующее кольцо которое. Не это, а дальше. Ну, я поняла, это кольцо, да то, а что не успеем? Может, свернуться как-то надо по... Вот, мы же будем разворот делать. Ну, вернемся, успеем. Ладно, ничего страшного. Надо будет поворотником. Только вот выключи, да, и немножко возьми. А, сильно не разгони. Право, выключай. Вдоль разметки едем. Едем прямо по кольцу. Но право, лево, право, право. Сильно не спеши. Не спеши. Теперь лево. Чпок. Все, смотришь, заезжаешь на кольцо. И по центру. Да, вдоль правым боком, вдоль островка безопасности. Молодец, еще раз. Уходим с кольца. Успеем, дай бог. Все будет нормально. Не спеши сильно, не спеши. Нет, все. Потолок.
У меня в видосе сказано, что надо ехать 30, удобнее будет, помнишь? Да. В каком-то видосе я такую фразу сказал. Да. Ну, рамки сам себя... 40 потолок, да. Да, сам себя в рамки не загоняй, по скорости рамки сам себе не придумывай. На тот вопрос. Успеем, не успеем, успеем. Сейчас на светофор, что ли? Нет. Проехать? Да успеем, успеем. Третью поставь. Но потолок 40. Ставь третью. Все. Она на третьей легче ехать. Ну легче, да. Она вот так. Да, да, да. Звука нету. Да, да, да. Едем, Айда. Ну, с той стороны все равно еще будет плохая. Там прям др-др-др-др будет. Там аж ехать обидно по этой дороге. Деваться некуда. Мы же летать не учимся. Знаешь, это фильм «Такси», да? Там да. Только он там летать учится, понимаешь? А мы ездить пытаемся научиться. Вот когда мы будем в летной школе работать. Тогда да. Там есть врач. Александр Мясников. Этот 63 год только пошел учиться на вертолетчика. Едем, едем. Чуть-чуть обид людей. Что они тут делают? Не знаю, на правую полосу. Правое зеркало надо смотреть. А там-то получше, конечно. Ехать. Где? Ну да, базара нет. Там. Правый поворотник включился. Тихонько, аккуратно, не спеша. Здесь они не знают правил дорожного движения. Левый поворотник включился. Едем, не бойся. Нам надо убедиться. У нас висит уступить дорогу, видишь? Да. Вот, посмотри туда. Нету машины? Есть. Нет. Едем, успеем. Едем на вторую полосу. Хорош, не спеши туда. Тут еще и авария. Едем по второй пока полосе. Опять какой знак висит? Уступим. Поворотник не трогай. Едем, едем. Все там уступают. Меняешь поворотник на правый. Заходим на крайнюю правую полосу. И уезжаем. Что здесь нет, тоже. Здесь машин нет, соответственно. Поняла, да? Да. Кольцо реально дикое. Выключай поворотник. Вообще. Ну потому что, блин, на самом кольце подъезжают к кольцу две полосы, да? Выезжают из него две полосы. Две. Фактически две, ну две, понятно. Но на кольце на самом почему-то их три становится. Если будешь ехать по крайней правой, тебе с двух сторон просто не пропустят. А заехать на кольцо по правилам дорожного движения ты имеешь право с любой полосы, но выехать с крайней правой, что мы в конце перестраивались, и выехали на крайнюю правую. Уступив дорогу. Кольцо реально дикое. Нет, реально... кольцо, но вот так скользко. Mm-hmm. Да. Ну, по самому кольцу на разломе. А главная дорога там, получается, с левой стороны заезжают, и вот так главная у них уже. А но если... они ее не меняют, они как идут по тракторе, да. Так у они... них главная она. А если, да, если с этой они стороны... захотят уйти сюда, они включают поворотник на правый. И у них как будто дальше главная дорога. А если ты с этой стороны заезжаешь, всегда, получается, уступаешь дорогу. Всегда. Видишь? При заезде... в центре кольца уступаешь и при выходе уступаешь. Вот такое кольцо в городе Альметьевск. А сколько в городе Альметьевск колец? Ну, давай, кольцо Супятое. Там еще дальше есть Минибаевское, потом Гульшариповское, Шевченко-Зарипово, потом Шевченко-Фахридина. Так, спускаемся ниже. Зарипово-Ленина. Так, на Ленина колец нету. Строителей. Бегаж строителей. Потом кольцо Чехова, потом кольцо Фахридина Советское, потом кольцо РТС. 10. А там? Где там? А, ты его назвал, да? Ну, на Шугурке там еще одно есть, но оно уже как бы за городом. 10 колец получается в городе. Ну, нормально так. Ну, хорошо. Не спеши, там яма глубокая такая. Ее немножко отобьем.
приедет. В светофоре поедем прямо. Не спеши. Оп. Еще вперед. Нет, я еду, кучки. Ага, все. У меня еще и память кончилась там. Ну, я уже удалил танки. Я там... Там вообще все надо удалить. Я его использую тупо как камеру. Бедный айфон. Я тебя использую как камеру. Айфон. Да, она слепая. Понимаешь? Она не смотрит. Я поняла, но я правильно сделала, правильно. Что я сделала сигнал? Да, чтобы ее предупредила правильно. Она, конечно, встала, но тем не менее. Она теперь, бедняжка, вообще стоит. Вот она бы, если бы была правильная, она бы дошла до управляемого светофора и спокойно бы перешла дорогу. Правильно? Там же светофор. Ну, правильно, но в любом случае предупредили. Да, да, предупредили. Право поворотник по кольцу, налево поедем, едем, заезжаем на кольцо. Налево, это значит, что? Да. Все, скидывай скорость, меняй поворотник. Сначала поворотник поменяй. Скидывай скорость, это сцепление, тормоз. Все, отпусти тормоз. Можем? Можем. Поехали. Во второй полосе как будто едем. Не в кольце, но и не с самого наружу. Опять правым колесом едем. Едем. Жми газулю. Все, меняй поворотник. Выходишь с кольца. Островки безопасности же не зря придумали. Разметки. Я когда ездила зимой, не было их. Зимой они были, их просто плохо видно. Они стираются. Но они были там. Ну я поняла, но зимой я их не помню. Ну когда сижу. Стоим. Sorry. Да нормально. Я уже к этому привык как-то, знаешь. Ну не, ну, ты все равно становишься, стараешься, ты полнее. Ты же как свою. Ну. Лай-лай, да, идет. Не остановится, да? Ну не, он, во-первых, красненький. Я тоже смотрю красный. Во-вторых, кепочки. Мне солнце в глаза там бывает долго. Ну понятно, но мужчинка-то красненький был. Поэтому тоже его знаю. Ну, все, не спеши сильно. Будет скорость меняться. Дождалась, да? Вторая. Ну, как газель скорость включила. Я аж увидел, как его тряхануло там. Едем. Сюда не будем? На левую полосу? После светофора будем. Там разметку рисуют. Откуда? Уже увидел. Ну, потому что я вперед смотрю. Не умеешь так далеко вперед смотреть. Ты смотришь только на расстоянии у УАЗика. Да? Ну, в принципе, да. Да, я уже посмотрел к тому светофору дорогу, когда она была свободная. Не спеши. Поменяется скорость. Пошли плавненько. Вторую. И не спеши. Увидела? Надо перестраиваться. Поворотник. Легковая тоже. Не перестраивайся еще. Пропусти его. О, выключай. Едем. Поняла, про что я говорил? Едь, набирай скорость. До 40 давай.
Еще. О, хорош. Вот про это здесь я говорил. Были, да? Да, мы здесь были. Снова на правую полосу. Выключай. Едем. Класс, Гоша. Почему? Так. Когда что-то получается же, интересно. Да у тебя хорошо получается. Я даже говорить не о чем. Сижу, молчу. Видос получается, записываю, все. Молча. Да, что-то случилось. Может, на магазин, но, правда, полосу как-то странно занял. Поедем по полосе направо. По полосе направо. Прямо. Направо. Вообще направо. Вот, включай поворотник. Вот, видишь, полоса направо. Короче, вот и говорю, по полосе направо. Будет островок безопасности. Внимательно с вами дорогу. Ох, сейчас нам солнце будет светить. Да, все, едем. Это не должна включать вот. А вот здесь вот можно. Все, поворотник. Левое зеркало. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть. Вот. Теперь правый поворотник. Надо вот эти машины увидеть. Все. Едем, молодец. Меня здесь только довозили, я еще не ездила. Не ездила? Нет. Не спеши. Едем прямо. Учебная езда на улице Ленина запрещена. Останавливайся. Что-то совсем сузили, да? Ну а здесь велодорожки. Здесь вообще он... прям вот... Вообще. Тут вообще еще вон какая-то техника стоит. Техника непонятно. Стоит хорошо. Там вот они когда ставят троллейбусы, пробочку создают. Знаешь, какую замечательную? И троллейбус стоит, и там вообще никто проехать не может. И с чем? Поехали. Вот один самый умный. Не спеши. Здесь. А здесь тоже самый умный, видишь, от большой. Когда здесь что? Работал несколько дней светофор. О, мы даже с курсантами ездили через это. Месиво просто было. Или не спеши. Дня два назад, наверное, было. Да. Мы попали. Да вчера в обед только включили светофор. Да? Мы с Ильдаркой. Ильдарка впереди на учебке ехал, я сзади на учебке, курсанты за рулем. И мы прям, знаешь, долго переезжали его, минут пять. Мы стояли, просто тупо был поток машин, мы не могли заехать. Они там останавливаются на светофоре. А ты представляешь еще, что и пешеходы едут, да, например. Да, все сцепления. Раз светофор, два светофора. Пешеходные светофоры это. Поехали. Вторую. Узенько. Аккуратно пойду. Не набирай скорость. Нет, красненький. Тут тоже с подвохом дорога. Дорожку надо будет объезжать, она бордюренная. То есть мы поедем направо? Нет, мы поедем напрямо. Мы останавливайся. Но полоса прямо идет, видишь, где она идет? То есть нам надо вот этот угол объехать будет. Понимаешь? Ну вон, посмотри вперед, где бордюр. Видишь? Вижу. Вот. То есть мне вот так вот, да, и вот так вот? Да, только поворотники включать не надо, ладно? Я знаю, что ты любитель там включать бывает их. Прекрасно. Ну, я про это и говорю. Включайте поворот. Поехали. Ну, что ты? Ну, стоишь теперь. Нет. Стояла, что-то стояла. Нет, девушка говорит, ну, не надо. Ага. Вторую. Все. Поняла, да, как проезжать? Класс. Конечно, поняла. На Гагарина наверх поедем направо. Сильно не гони. Хорошо.
огородник. Не спеши, сильно не спеши. Люди с детьми и колясками еще. Да-да-да. Идем потихоньку. Выпрямляем. Нет, поворотник ты можешь включить. А перестроиться после... Выключай. А то я знаю, некоторые тут любители есть. Да? Да, едем. Будем поворачивать во двор направо. В карманчик. Не спеши только сильно. Поворотник. Скорость скинь. Поворот.